Всем здравствуйте, меня зовут Александра Шевченко, я мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике. В данный момент продолжаю свою спортивную карьеру в таком виде спорта, как паркур. Девиз нашего вида спорта – нет границ, есть только препятствия, поэтому сегодня мы будем преодолевать эти препятствия в виде карантина и домашних физических упражнений. Поехали! Одним из критериев оценки в дисциплине фристайл или фриран является флоу, то есть плавность и мягкость перемещения по площадке. Сегодня мы совместим несколько физических упражнений с отработкой данного флоу и даже в конце попробуем сделать небольшую связку. Напоминаю, что любая тренировка начинается с разминки, я верю, что вы умеете ее делать, а мы приступаем к нашим упражнениям. Садимся в упор-присев, вставляем ногу в сторону на пятку и перекатываемся с пятки на пятку. Колени стараемся держать под 45 градусов. Если можете, как балерина, развернуться в прямой угол, пожалуйста, никто не запрещает. Если вам растяжка не позволяет это делать внизу, остаемся на том уровне, на котором вы можете, и, соблюдая все те же правила, перекатываемся с ноги на ногу. А теперь выбираем самую длинную прямую в своей квартире и делаем это упражнение уже с опорой на руки. Также ставим ногу на пятку, перекатываемся, опираемся обязательно на руки и возвращаемся в исходное положение. Перекатились в исходное положение. Перекатились в исходное положение. И обратно то же самое. Раз, два, три. Туда-обратно это раз. Таких нужно сделать как минимум 10. Следующее упражнение называется кошечка. Встаем на четвереньки, соблюдаем, чтобы во всех суставах у нас был угол 90 градусов в плечевом, тазобедренном, коленном и голеностопном суставе. И начинаем шагать разноименной рукой и ногой в медленном темпе. Раз, два, три, четыре. И обратно. Раз, два, три, 4. После того, как сделали туда-обратно, добавляем перекат. И все по новой. Кошечка плюс перекат – это раз. И таких нужно сделать не менее 10 повторений. В дисциплине фристайл мы делаем очень много акробатических трюков, и эти трюки нужно соединять флоу-элементами. Давайте попробуем самый простой разворот. Садимся в упор присев. Одна рука остается на полу, вторая на стене. Весь упор держим на руке, которая на полу, и протаскиваем ноги вдоль стенки. Разворачиваемся. То же самое в другую сторону. Постарайтесь сделать на каждую сторону не менее 10 повторений. А теперь комбо. Начинаем с нашего первого упражнения. Перекат. Дальше разворот. Кошечка. И перекат на попу. А теперь усложним задачу. После первого переката попробуем не касаться пола правой ногой. Поскольку мы разносторонние личности, поэтому не забываем сделать эту связку в другую сторону. Спасибо за просмотр. 10 лет упорных тренировок, и у вас, возможно, получится вот так. Точно.